Лес, как в сказке. Так бы и ходил бы здесь, и ходил бы, и гулял бы, и гулял бы. Целыми днями напролет. Комаров нет. Тепло. Птички поют. Лес загадочный. Красивый. Еще и грибы попадаются. Время от времени. Ладно, иду-ка я дальше. Вот что-то здесь я увидела. Ну, что-то невразумительное, конечно. Какие-то тоненькие грибочки. Типа страфларии. Нет, это что-то такое непонятное совсем. Я такое не знаю. Совсем. Запах грибной неплохой. Но не знаю, не беру. Симпатичное что-то. Еще и маленький такой. Где они там? Вот они какие. Так, ну я посмотрю один. Не пожалею природу. И посмотрю. Неизвестно, что такое. Но красивое. Пусть остальные растут. Пенечек это опенок серопластинчатый. Еще довольно-таки молодой. Ну пусть, наверное, он растет. Все равно погоду он не сделает. Я те собрала, которые постарше. А это пусть растет. Красота. А что вот это такое? Ой, я не знаю. Сейчас посмотрим. Не, это какой-то гриб. Тот же самый, но старый. Думала, вешенка. Гриб-маховик. Вот еще гриб-маховик я снимаю. Рядом с этим пенечком. Он, наверное, немножко подмерз. А так он хороший. Ну, надо его взять. Очень красивые грибы. Но это, возможно, какая-нибудь галерина. Потому. Сразу видно, что это несъедобно. Ее тут много. Кто-то уже интересовался, смотри. Это я его снял. Ага. Я его просто оторвал. Белый налет. Сказали, белый налет это галерина. Но это просто плесневая ножка. Какой у нее налет? Ну, может быть, и налет. Все равно такие мы не едим, поэтому нам без разницы. Что это такое? Сейчас. Это старые сыроежки уже. Но еще и молодых много. И это что-то уже устарело тоже. Ну что я старость покажу, ладно. Не буду показывать ничего лишнего. Муравейники зато знатные на каждом шагу. Но я все не снимаю, вот этот вот я сняла. Потому что там вижу еще гриб какой-то растет. Но я из-за этих кустов к нему уже не подойду. Он мне и не нужен. Это такая же. Он мне и не нужен. Это такая же, наверное, галерина, как и те. Сейчас покажу вам чудо природы. Вот такая красота. Бывает же такое. О, как он себя разукрасил. А я скажу, что это такое. Никто не знает, а я знаю. Потому что рядом с ним растет вот такой вот зонтик. Маленький. Но его сбили, бросили. А тот зонтик уже устарел. Все, идем дальше. Другие ели. Вот там тоже зеленая такая ель. Лишайник какой-то. И здесь такая зеленая. Все дороги чистые, хорошие. Вот лесок рядом с тем мхом. Но здесь петушков я пока не нашла ни одного. Поедем дальше искать что-нибудь. А пока здесь другого вида сыроежки. И довольно-таки симпатичные. Ну, может быть, вон та молодая и хорошая. Проверяй. Ну, сейчас проверю. Хорошо. Ну, думаю, пойдет. Ну, ладно.
будет, такая есть. Была ладно. Красная. Эти, конечно, ладно, вон там компания. Костер. 15 ноября сегодня. Да. Сыроежки растут с самой весны до самой поздней 14-е осени. Нет, 15-е, 16-е. У меня статистика там на ютубе, я видела. Хорошо. Ладно, успех. Мы долго шли, потому что не проехать. Дорога есть, конечно, но лужа очень большая. Здесь какие-то гуляют иногда. Был костер. Не буду я показывать, не очень чисто, мне не нравится. Как-то неприветливое место такое, дурное. Ну, я знаю, почему я сюда пришла. Я пришла посмотреть вешенки. Они здесь как-то были. Здесь, наверное, давно никто не был. Потому что рядовку не забрали. Не рядовка, а говорушка. Буду привыкать говорить говорушки. Вот такая вот. Ну, я ее тоже проверю. Нету, Саш? Да. Царство тьмы. Сейчас перележу это бревно. Вот так вот. И сниму трутовики тогда. Раз уже пришли проверять свои вешенки. Здесь они раньше были. А как я их обнаружила? Я видела трутовики, думаю, дай подойду поближе, сниму. Вот. А оказывается, с той стороны были вешенки. И было, их очень много было. А сейчас их нету. Они просто исчезли. Просто уже, наверное, пропали их все. Но они здесь росли. Мы их нынче тоже собирали. Ладно, нам предстоит еще путь по той дороге. Дорога хорошая, но здесь вот невзрачные места. Вешенки мы здесь искать не будем. Пойдем дальше. Я уже зашла в такую даль. Надо снимать красоту. Ну, порхал я эти дождевики уже, все. А это какой-то трутовик. Это, наверное, трутовик. Там какой-нибудь бревнышко, наверное, лежит. Симпатичный, но я его сейчас потрогаю. Да, места нехорошие. Вот так. Бесполезный пенек, но красивый. И мы его запомним. Для красоты. И хорошего настроения. Все, идем дальше. Дорога-то хорошая. Дорога хорошая. Но дальше большая лужа. И ее не проехать. Можно проехать, так по уши будешь. Грязи. Ну, красиво растет на дороге. Красота. Он не очень большой, но на длинной ножке. В лесу уже темно. Темный лес. И вот такие грибы. Они плесневые просто. Какие-нибудь рядовочки. Какой-то транспорт едет. И это говорушка перевернутая. Я ее беру. Сколько время? 5? Да уже, да. Без 5 там. Без смотри. 5. Приехали мы, называется. Под раздачу. Смотри, какой большой. Вон шишка, смотри. Шишка обыкновенная, да? Видна она. Уже темно в лесу-то. Да рядом со столиком мы здесь ужинать собрались. Вот. Вот еще. Смотри, кто-то проверял. Что-то не понял. А это говорушки такие, они гиганты. И крепкие, и сочные, они вообще отличные, да? Там маленькая есть. Видишь, какой он двойной, да? Да, как двойной получился. Хотя потом мощная рост нога какая. А, он рос как бы двойной, и они слились воедино. Да. Два гриба. Вот еще один, ты видел это? Я этот же видела, я же его снимала. Вот так вот. Хороший. Ну-ка покажи. Говорушка, покажи-ка. А. Не крути. Во, точка есть. Ну, посмотрим. Ладно, сейчас не до этого.
Остальное нам не надо. Может быть, колибия, но не трогаем. Все. Смотри, какой хороший грибочек вот этот вот. Давай спихай. Берем. Все. Идем. Во. Вон наше место встречи. Да. Красота какая. Не, я там посмотрела, там нету. Ну что ж. Темно, не темно. Тут три мотоцикла болтались, ездили с таким шумом. И мы. А все остальные, наверное, уже убежали из леса. Все. Нет, там еще костер на горе. Ладно. Всем пока-пока. И до встречи.